настройки зайду. А, да, у меня музыка на нуле. Эффекты есть, а музыка... Чуть-чуть включу. Автоматик тут. В этом. Сейфе. Сразу тебе... А, у тебя одна ячейка только. Давай тогда, короче... Кинь мне пистолетных чуть-чуть. Автоматный тип. Во. Даже вот там. О! Все, заебись. Нормально. Там наверх залезу. А сверху. Бабло тут. Ну, наверное, все. Что у меня тут больше? Один. А, похилить? Нет. Нет. Рановато тут. Все это... Тарелки. Так, блядь. Три оружки. Четыре ячейки. Знаешь что? Возьми меня вот сам. Все, уже перейти. Кого? А, оружие нельзя вроде. Только патроны. Ну, я тоже забыл. Только эти. Только патроны, хилки, гранаты там. Еще, короче. О! Так. Можно. Можно гасить с пистолета. Хотя мне столько патронов, я не знаю. Я, в принципе, по выстрелу и бью. То есть я не расстреливаю. А так выгоднее бить. Экономию. Сейчас. Блядь. В контейнер попал. Бля, пиздец, пистолет прокачанный. Отлетают, как от дробовика. Капец. А, вон, сверху. Лошара. Подлечимся. Сверху что-то лежит. Как туда залезть? Патроны. А вот. А, лестница. Дробовик. Кстати, сейчас тебе передам. А у меня уже на месте. Будет. А, патроны или что-то? Угу. Там пачка будет, в пачку влезет. Угу. По-моему, дробовика до 30, что ли, пачка. Ага, тут сейчас собаки будут. Брей. Чё? Блядь, сейчас выстрелил, сука, анимация пошла. Воу-воу-воу-воу-воу. Но. Питбули ебаная. Блядь. Так ты... Я просто не могу стрелять, потому что... Да-да. А тут, наверное, этот, я убрал Фредлифа. Да-да-да, можешь гасить. Возьми гранаты. Блядь, ты что, охуел? Они стреляют еще, блядь? Да. Пиздец. Это с арбалета. А потом... Блядь, охуевший.
Потом будут еще с автоматами дальше. Качанные суки. Пистолетные, ладно. Подберу, блядь, у меня уже места нет. Да потому что нахуя по три ствола, блядь, браться. Надо было мне скинуть дробовик. Ладно, как-нибудь уже пройдем. Тут еще винтовка будет. Потом. Неплохая первая. Вчерашний прикид мне нравился больше. Есть еще дискотека называется. Блять, коктейлями. О, тут толстяк. Увидишь, вон новый враг появился. Типа танка. Но. Ну, блядь, живой еще, сука. Да, блядь. Сдохнул. Сверху вертолетом садится. Еще сам. Ну. Не возьму, у тебя там лезет, не? Блядь, надо было двоих... Да, есть место. Нет, по-моему, тут еще пистолет. Не? Я буду, короче, ящики с пистолета расстреливать, потому что... смысла нету. Патронов столько, что... Да, тут два оружия. Еще жилет, блин, один слот занимает. Гола. Он спасает вот. От собак тех же нормально. Куда нам, через ворота? Угу. От собак хорошо. Где-то. Э, блядь, куда ты нахуй? Я нажал, он развернулся в другую сторону. А, С. С разворот на месяц. Кто-то точно пусть. Красная. Блядь, зеленой нету, сука. Ладно. Вот тут сейчас прикольное место будет. Надо целиться хорошо. В четвертом резиденте такое есть. А. Ну что? Лук какой-то корявый. Ух ты, сука. Да умри уже. Блядь, не попадаю нихера. Кривой. Лука тяжковато сдалека, конечно, чем с винтовки. Автомат вообще пиздец. Ну он такой, чисто, наверное, когда куча врагов разрядить. Mm-hmm. Хотя, как по мне, лучше с дробовика саданул раз. Тут где-то медалька вроде бы была. Где-то... вспомню. А. Где-то тут. Тут, наверное. Возьми, у тебя ж там совместишь. Зеленая. Угу. Далька, вон она. Так. Где? А, у меня ж карта. Вот. Далька. Там за них, короче,
Это вот костюм вроде бы какой-то тоже. Какое-то количество собьешь. Костюм потом можно. Не, с лука слишком читерно, он, блядь, одна выстрела и все. Надо что-то послабее взять. Томат какой-нибудь, что ли, блядь? Не знаю. А за что лук давали? Наверное... Блядь, режим наемники, что ли? Там... Я не помню. Точно не помню. Надо что-то пройти, короче. Или за количество жетонов этих, или... Еще что-то. Пиздец, тут патронов. Хорошо, что на харде играем, хоть по 5 выскакивает. На легком там бы по 10, наверное, выпадало с ящика. О, новые враги будут сейчас. Варына. Это серии Резидента такое говно летающее было. Но. Эта часть. Мне больше нравились во втором ремейке лизуны эти. Такие твари. Ну такие слепые. По стенам ползают. А, ты про игру? Да, да, да. Которые, ну я понял про что ты. Здоровые. Да, да, да. Ну и в фильме был, в «Обители зла». Да-да-да, еще даже в первом был один. Крыски. Только сильно громко не поставишь, блин, херово говорить, потом слышать, то есть. Я так с пацаном в нем играл тогда. Тоже чуть-чуть так на втором фоне поставил, но потише, чтобы и слышать, и играть. Реально тут звук вырубить, и нормально. Даже повеселее. Да, получается. У меня тихо-тихо игра. Когда она вообще не мешает. Блядь, в помидоры ничего не спрятались. Кстати, можешь взять, подлечимся, проводит потом. Чё трава? Да ну нахер. Что делать? А, кабар, он, блядь. Слышишь, подлечись, подлечи нас и возьми ее еще вторую. Пятерка, пятерка была. Ну, в принципе, не важно. У меня на пятерку трава, а я взял этот спрей. Надо было травой. Спрей просто фул хп лишь. Ну, ничего страшного. Две зеленые вроде тоже фул хп. Можешь соединить. Сам. Две зеленые. Зелено-красные фул хп. Тут что-то в воде было. Где-то что-то еще. Было. А, где-то тут сокровище, я помню, было. О, нашел. Бабло лишнее не будет. Кстати, здесь... Сейчас расскажу. Тут вот, вот этот закуток, да? Ну, вон там сундук, видишь? Угу. Короче, тут надо кинуть гранату так, разрывную, как-то вот, наверное, вот под этот прилавок. Он взрывается, и тут можно будет пройти. И этот сундук открыть. Вот я не помню, где тут точно закинуть. Может, сверху как-то залезть, если... Сейчас я попробую. А, у тебя две, вот как раз одну можешь кинуть. Так,
что с этой АО красный цветок тебе не надо? Нет. Да. Снизу типа надо как-то. Да, ну попробуй просто сюда вот. Под этот. Во! Во! Нормально. О! Рубин. Я с ракетницы это место расстрелил. Раньше был. Прилавок. Куда, куда там? Тут еще где-то закуток был. За домом. Наверху. Тут валялось. Хапу. Ключики. Сейчас тут попрут люди. Началось, короче. А, и будет винтовка дальше лежать. Блять, а место-то... Надо, чтобы место появилось. Заберешь ее. Там. С двух сторон здесь. Что, все, закончилось через... Не-не-не, вон. По-моему, еще и пока нет. Томатные... Мне раздражает механика добивания, она появляется как-то коряво, блядь. Ну, еще да. Надо с какой-то определенной стороны подойти или что. Да, да, не да. Сразу, короче. Да, да, вот это вот есть такое. Блядь, трава. А хуй на нее пусть валяется, если честно. Хотя. Подожди, я выброшу сейчас. Так. Короче, передай мне две зеленые, наверное. Угу. О, и можешь подбирать. А, скомбинируешь, да. Пусть тут что, будет травы больше, чем патронов и так тут, блядь. У меня 100 штук. Не знаю, куда их тратить тут. Вообще без понятия. Надо 50, и то там много. Если только на босса какого. Пистолет просто прокачанный взял. Он мощный. А, уж места нет тут патрона. Там что, не вижу. Патроны какие-то, пистолеты. А, это зеленое для ружья. Картечь. Один взял. Осталось. Не хватает уже места. Тут можно в воду еще спрыгивать. Тоже. Тут что-то в воде вроде бы. Если я не ошибаюсь. А, да. Есть. О. Бабло. Блять, еще трава. Да куда столько? Наркобароны, правда. О! Вертолет. Блять, толстый, ты сдохнешь сегодня? По коленям ему гаси. Все, сдох. Блять.
А, не долетело. Вон там сверху. Ну, попади ты, мать твою, стрела тупая. О, есть, попал. Надо высоко брать просто с лука. О, место появилось. Ай, ладно, не будем все подбирать. И так, блядь, столько всего. Хилки, если что, купим. Патроны, главное, в принципе. Картечь, хорошие патроны. Угу. Может, не подбирай. Ладно. Будет скоро винтовка. Чуть-чуть, ну ладно, заюзил, ладно. Ну. Ну или выбросишь просто. Нахуя. Сейчас, кстати, граната будет. Ой, граната, в смысле, не помешает. Он больше не лазит. Угу. А вот дальше туда. Сука, еще виляет, блядь, тварь. Опа. Подкрался. Можешь добить, кстати, сейчас. А, не успеешь. А, успел. Еще и вылезло. Вот это прикольно комбинировать вот так вот. Вдвоем. Короче, когда тебя хватают, если помогаешь, потом тот, кого, кому помогли, можно еще, ну, дальше продолжить. А потом я могу лежачего еще добить. Это прикольно, что ли. Винтовочный. Пошли уже патроны. Ну, полная картечь. Надо расстреляться. О, винтовка тут. Так, давай я хильну. Она такая, с перезарядкой идет. Один патрон стреливает, перезаряжается или как? Да-да-да. Прикольная. Она вроде бы... 4. На фул прокачке она вроде мощнее. Можешь, кстати... Хотя нет, выкидывать ничего лучше не надо. Патроны на нее взять. Пистолетная оружие. А тебе не надо пистолетные? 8 штук только влезет. Все, остальные можешь выкинуть. Блять, 3 хилки. У меня 3, у тебя 1. Все, погнали дальше. Там дальше-то... Уже не совсем помню. Да, я место помню. Тут будет тоже новый враг. Да, дробовик в таком ограниченном пространстве, конечно, не та штука. Нормально, нормально. Всем стоять, работает ОМОН. Где он? В смысле? А, о! На полу валялся, блядь. Даже не видно было. Куда вы упал? Так опять появилась эта херня, добить каблуком, и, блядь, исчезла сразу. Я как-то не успел нажать, ты поймешь, короче. А там тайминг, ну, какой-то есть промежуток. Просто что появилась не сразу, я к нему подошел, постоял рядом, блять, а потом появилась она.
Так, ты вылез. Ага. Ну. Нам обратно. И оно не разбилось, заебись. Оно было тут уже. Из стекла. Да ну их нахуй, эти пистолетные. Один патрон мне больше не влазит. Где он, сука. А, тут сейчас надо будет подбрасывать на лестницу. Точнее, не обязательно, но можно. Там будут снизу на тебя идти. Точнее, не снизу, а вот получается с лестницы там дальше. В принципе, я их перевалю сейчас. Главное, с двумя еще. Поджигает и еще. Хватит. В принципе, тут только патроны лежали. Да, больше ничего. Они еще и кидаются, бывает. Топорами. Красный. Трава. Ну. Красная трава. А вот, смотри, иди сюда. О, бля, чё? Нихера себе тебя втащили. Он какой-то розочкой. Он не добился, заебись. Ну что, время. Давай я, наверное, подхилю. Давай. Там, короче, в туалете персонаж один стоит. Стой, 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 тут красная трава. Возьми и скомбинируй. А у меня зеленая есть. Двойная. Двойная. А, блядь. Вот здесь, смотри. Там вон последней кабинки, блядь. Братан, и наступили, блядь. О, живой еще, смотри. Короче, в туалете и умер. Да, бля. Красная трава даже здесь. Места нету. Некуда брать вообще ее. Всего хватает. Ой, тут везде красная. Граната. Ну, гранату. А, у тебя есть одна. Тебе вторую отдать. Даже две. Да, нам надо третью до кучи. У меня хоть ячейка будет свободна. Вверх. Пиздец, тут патронов, куда это все брать? Странно, что столько патронов раздают на такой сложности. Ну, просто смотри, если бы у меня оружие было не прокачанное, было бы больше уходило. Да я стреляю, у меня щит. Но... Не, ну у меня, видишь, я тоже как бы стреляю, блять, у меня все равно забито все. Три ствола и патронов, ёбан. Короче, сейчас получается подкидываешь. А-а-а. И... Я снизу открою дверь, там закрытая такая большая. Но тут будут на меня набегать.
Я попробую быстро спуститься. Ты, короче, сразу вниз иди. Подожди, а где мне слезть? А обратно по лестнице. Ой, блядь. Сука! Пизда, все, я сам зафейлил. Сейчас заново в бочку выстрелил, блядь. Контрольно. Где рядом, наверное. Угу. Что страшного? Там просто слазишь. О, как раз можно оружие сейчас кинуть. Лишнее. Так, пистолет надо. Ну, могу тебе его еще картечью дать побольше. Тут даже вопрос, винтовка или дробовик, блядь, что ставить, да? Хрен его знает. Да и МП5 нормально, у него патронов дохуя. Блин. Так. Ладно. Я сейчас возьму. Бронежилет. А, да. 10 штук. Еще. И продать можно у нас, мы там набрали. А, точно. Неплохо, кстати, набрали. На 10 штук тут будет. Сокровищ. Угу. Даже больше даже. О, я знаю, что я возьму. Я возьму такую пушечку. Вот. Так, две хилки. Там много. Берем спрей нафиг. А, кстати, шокер есть еще у меня. Для ближнего боя. Прикольный. Гидру. В принципе, да. А я взял он магнум. 6 патронов. Ну, он, да, не скоро появится. Он у меня фул прокачан, пизда, 5000 мощности. 6 патронов, это я взял на этого. Тут будет враг такой один. Ну, пушка, блин. Это как у этого вроде бы. Как у Рика Граймса. Или нет? Похожие. Похожие, они все похожи, особенно эти длинноствольные. Ну это самый мощный магнум, который тут есть, в принципе. Сейчас. А ты назад иди и по лестнице спускайся вниз. Там будет дверь, я ее с другой стороны открою. Я сейчас постараюсь, блядь, не самоубиться только. О, в этот раз не убился. Так, все, иду. Бля, пизда их тут. Мать. Ё-моё. А. Все, открыл. Блядь. Ага. Бочки только старайся не взрывать вот эти. Пригодятся еще. Хотя. Иду. Успел.
Пизда, патронов столько вываливается, а я вообще не знаю, нафига столько. Ну, хоть хилка понадобилась, наконец-то. Блядь, тебе отдал, да и что ж я в и ее все время путаю. Блядь, пидорас. Хильни. А есть русская вот эта, когда они говорят спасибо, есть по-русски там озвучка. Такой, давай, ясно, давай, ясно. Нажимаешь. Шева, иду, или как-то там, ну, там по-русски. Это еще не все, тут еще будет какой-то. В принципе, можно подобрать пистолетный. О, зеленая, иду. Что-то тебе еще тут было. Ну там, да, ну это мы тут были. Было с той стороны еще что-то. Где я, ну где ты меня перекидывал там. Подожди, или это мы пришли? Мы пришли, откуда ты стоишь. А, блядь, точно. Другая сторона. Зеленая трава еще. Ну, сейчас возьму. Так, картечь тут. Беру. Траву. Зеленые, зеленые. Сейчас будет кое-что новенькое. Ну и мы его быстро завалим. Я его планобоя засажу, блядь, с магнума. Техасский резняк он запилил. Но. Ну, это в четвертой части с бензопилой был. Шестой вроде бы тоже есть. В Revelations тоже есть с бензопилой там. Да пизда ему. Раз. Два. Три. Бля, три выстрела, 5000 ему. А, он не помер, кстати. Смотри. Блядь, сзади идут еще, суки. Он еще не помер, да. Все. Можно их всех убить, а можно пробежать. Ладно, убьем всех. Все, кажется. Вот он когда второй раз поднялся, он дуреет там его. Да, он там махался. Но его не застанете никак. Бабло. Вдвоем такие сундук этот. Это тебе, это мне, это тебе. Ну это нормально так на него ушло магнум, но я думал он с двух каких ляжет. А ему только три, чтобы он упал первый раз, и потом четвертый еще. Слишком как-то много. Шахта. В шахту идем. Здесь где-то... Где? Тут что ли? Нет, не помню. Где-то медалька была. Тут с винтовки целился. Или-то дальше. А, не тут. Короче, сейчас вот будет КТЕ за воротами. Тут... Я не помню кнопки. F, наверное, V. Будет Q. Короче, если зафейлим, ну, ничего страшного.
У нас контрольная точка перегородная была. Ну, сейчас будет тут. Пару раз надо будет прожать. Ага. Снайпер элит. Прикольно, кстати, что это четвертая, по-моему, какая там. Стреляешь, аж скелет пробивает. Так. X-ray. Кстати, как ни странно, вот этот негр выживет. Обычно они помирают все, а этот, этот нет. Там китаец был такой в очках. Сука. Из компании FSMD. О, воспоминания. Кстати, как тебе, если бы была русская озвучка? Ну, тут неплохая русская озвучка есть. Ее можно просто поставить. Текста и звука. Капа. Можно поставить. Так, главу прошли. Угу. Я перейду. Угу. Как вариант можно поставить.